Всем привет, сегодня проходим новую игру на канале, называется The Bit Mo Now Zero. Чем больше знаешь, тем лучше. От разработчика человека за окном. Давайте стартовать. Вступление не пропускаем. Постараюсь успеть все перевести. Мы видим женщину за рулем. Сейчас ей поступит звонок. Ринг-ринг. Звонок-звонок. Что? Тетя Сандра? Нам не подписали, кто звонит. Да? Мама сказала, что не может подать ужин, пока ты не привезешь индейку. А почему именно тетя должна везти? Она хочет, чтобы я сказал тебе поторопиться. Опять мама торопит через сына свою сестру, похоже. Ты знаешь, как рано мне пришлось встать, чтобы приготовить эту штуку? Так что я не хочу этого слышать. Сегодня день благодарения, видимо. И она везет индейку со своей фермы. В следующий раз она может приехать сама ко мне. Он ничего не сказал. Теперь она хочет, чтобы я сказал тебе ехать быстрее и не тявкать. Эй, тогда скажи ей, что по приезду я засуну ей эту индейку в одно место. Выстрел. Кстати, а почему выстрел? В диалоге Сандры. Ты в порядке? Нет, я не в порядке, парень. Но как зовут племянника, непонятно. С машиной что-то не так. А американцы просто взяли да прочитали. Черт возьми, просто встала и умерла при мне. Так, головой пока вертеть не можем. Привет, тетя Сандра. Ты еще здесь? Телефон, видите, слева написано. Мы не знаем, как зовут звонящего. Ты меня не слышишь или что? Я говорю, мне нужна помощь. Мне нужно, чтобы вы вызвали буксир прямо сейчас. Клик. Кто-то что-то нажал. Убей это. Пока непонятно. А сейчас головой можем вертеть. 9:37. Я не стану здесь, пока кто-нибудь не решит появиться и помочь. Вот как. Остальную часть пути мне придется пройти пешком. Хотя будет очень темно, пока я иду по этой дороге. Лучше успокоиться, потому что, похоже, я останусь здесь до утра. А вертеть головой все еще можем. Кто же нас здесь будет ждать? Ну, скорее всего, какие-то страшные звери. Может быть, мы с вами человека за окном увидим впервые? 9:44. Так, кто идет? Это все-таки хоррор, нас постараются напугать. Но второй вопрос, напугаемся ли мы? Мы пока что сидим в машине. У нас закрыты стекла. Ходят олени. Мы, похоже, для природы не представляем никакой опасности. Но шагов-то много. Вот еще олень. Направляется прямо ко мне. Внимательно следим. Сейчас можно напугать или выпрыгнуть. Нет, нам повезло. Стрелять нельзя, ну-ка прыгать. Что? Я пробел нажал. Нет смысла не спать всю ночь, наверное. Ах, вот как нужно было пробел нажать. Лучше немного вздремну. А встать можно сейчас прямо? Ах, ты не встает. 10:15. 10:16. 10:17. Смотрите. 1:45. Подсказку дали. Ничего себе, мини-спойлер. Уже 1:47. Что это за место? Мне не нравятся эти звуки, ни капельки. Мы пересели на пассажирское сиденье. Ух ты. Эта камера пересела, смотрите. Она, кстати, похожа на крольчиху своими формами. Похоже, модельку ту же самую оставили, только взяли голову крольчихи для человека за окном. Что бы то ни было, ему лучше оставаться в этих лесах, если не хочет со мной встретиться. В общем, такой смысл. А если нет, у меня наверняка есть что-то, готовое мне же помочь. Она имеет в виду дробовик. Все, мы пересели на заднее пассажирское сиденье. Теперь у нас есть даже дробовик в руках. Мы можем стрелять. 1:53. Слышим уже шелест слева. Кто там? Кто там? Курсор становится красным. Ну-ка. Нас, возможно, отвлекают. Так, я же кого-то вижу курсором. А это просто олень. Давайте тестово выстрелим. Он слег. Кстати, еще остались звуки ходьбы. Ой. Слышали, слышали? Хитрецы пугают, вот как. Нас, похоже, хотят отвлечь от кого-то более страшного, чтобы мы потратили все патроны. Немножко напоминает 5 ночей с Фредди. Смотрите, мы сидим, как будто бы в будке охранника. Двигаться-то не можем. Супер, это, скорее всего, первая игра разработчика человека за окном. Скорее всего, сейчас резко выпрыгнут на нас. Вообще, по кому нам можно стрелять? Это опять идет олень. Давайте чувствительность поменьше сделаю. Да, чтобы вообще не промахнуться. Можно вести четко прям по голове. Так, ну могу не успеть провернуть голову. Йоу.
Йоу. Йоу! Ты кто такой? На! Еще раз! Это кто такой? Это кто такой? Какой-то свин! А моделька как будто человека за окном, только голова свиньи. Я его в принципе отогнал. Вот это да. Но уже половина патронов потрачена. Он сначала здесь вообще стоял. Так, ну это олень явно. Мы уже из-за дерева видим опасность. Хорошо. Олени нас отвлекают. Ну, скорее всего, меня в этом лесу съедят. Не зря. Это хоррор. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. А может не стрелять по тебе? Да, все-таки стреляем, на всякий случай. До скольких часов нам нужно досидеть? Сейчас 3:30. И, возможно, чем мы мечче, тем надольше уходит этот враг. Какой-то свин. Так, видели? Олень хитрый пробежал. Ничего себе, игра реально хоррор. Вот я сейчас ожидал уже свина. Ой. Кто там, смотрите-ка, вдалеке? Там кто-то стоит, вот. Боком еле как видно. Ну все. Скрылся в тумане. Надо бы из этой машины с помощью дополнения выйти и везде здесь погулять. Так, сколько времени? 3:56. Кто? Ах ты, олень. Хитрица. Кстати, у оленей задние ноги почти что не движутся. О, что там пишут? Ух ты, чувак. Тут так хочется спать. Кому надо это говорить-то? Но если я заснул с этой штукой, это не очень хорошо для меня кончится. Следующие несколько часов не будут такими легкими. Нажимайте на пробел, когда будете засыпать. Не стреляем или стреляем? Засыпай несколько раз, нажмите пробел. Я нажал пробел. Видимо, мы засыпаем. Она имеет в виду, что нам опасно засыпать с дробовиком или с этим монстром? Ах ты, нас пробел пробуждает. Вот как. Главную героиню клонит сон. Йоу! Получается, очень тихо подошел ко мне. А, все, проиграли. Вот как. Мы проиграли. Пропускаем вступление. Сейчас будем тратить патроны экономно. Машина остановилась. У нас уже есть дробовик. Мы еще с вами будем сопротивляться сну. Все, по оленям не стреляем. Будем отгонять только этих монстров. И, кстати, а давайте вообще проверим, что будет, если монстра не отгонять до того момента, когда нас будет клонить в сон. Он же просто стоит у окна. Возможно, придется потратить целую жизнь, зато узнаем, что из этого получится. Похоже, что ветки лежат у нас просто на люке сверху, насыпаны. Ой. Я тебя уже вижу. Где? Смотрите. Куда вот он идет? Похоже, очень издалека. Это просто олень. Два 19. Проснуться нельзя. По первому свину не будем стрелять. Подождем его. Смотрим. Скорее всего, первый приход врага начинается с 3 часов утра. Нас сейчас провоцируют потратить все патроны. Ой. 2:47, 2:48. Все стоит пока что. Ждем. 2:50. Понятно, он нас поймает. Ах ты. Дверь переоткрыла, и она потихонечку закрывается. Но закроется ли? Они, похоже, очень медленно подходят. Так, мы не засыпаем? Кто-то шагнул один раз всего лишь. Да, понятно, что из этого следовало. Он бы сейчас нас поймал. Это существо специально делает все аккуратно, чтобы мы его не заметили, так как можем заснуть. 3:14 пи.
Ой, все вижу. Возможно, отгонять персонажа нужно, когда он уже проберется сюда, чтобы побольше времени протянуть в машине. Слышу. Вот то существо. Просто стоит на проходе. Это снежный человек-свинья. Олень. И мы таки раз шмальнули, и у нас один патрон исчез. Все, ушел. Так смотрите, оленя видно даже в зеркале заднего вида. Класс. Оно не фейковое. Будем внимательны. В предыдущий раз, когда я проиграл, свин подошел очень тихо. 3.50. Нам, скорее всего, нужно досидеть до 7 утра. Как-то так. Сразу шмаль. Можем еще раз стрелять. Осталось 8 патронов. Ух ты. Опять-таки, она заговорила о сне. Мне как-то сонно. Но если я засну с этой штукой, то это не очень хорошо для меня кончится. Следующие несколько часов не будут легкими. И это уже совет. При засыпании нажмите пробел несколько раз, чтобы проснуться. Вот как. Это олень, смотрите. Ну-ка, если сейчас нажимать. Нас начинает клонить в сон. Быстро! Проснулись. Так это прям как 5 ночей с Фредди. Он уже, видели? Готов был открыть дверь. Передняя приоткрывается. Вау. Интересная игра. Супер. Разработчик-то молодец. Ничего себе, он с такого начал. Немножко, конечно, похоже на 5 ночей с Фредди. Но исполнение-то совершенно другое. Так, а там что за глаза? Что там за фары? Смотрите, я боком смотрю. Не хочется стрелять-то мне. Вот. Мы видим чьи-то фары или огромные глаза. Очень похоже на фары локомотива. Но мы не засыпаем. Слышу, слышу, слышу. Нас еще отвлекают листья. Да быстрей! Проснулись. Уже ближе, смотрите, стоит. А фары? Все такие же яркие. Ушел. Фары теперь уже видно даже, когда смотрим прямо. Осталось 7 патронов. О, вижу тебя, вижу. Да неужто стрелять? Я успел. Я не ожидал, что игра будет настолько интересной. Всем советую в нее поиграть. Ссылку на игру я оставлю обязательно в описании. 5 часов, скорее всего, осталось 2 часа. Ни разу игру не проходил, но предполагаю, что нам нужно досидеть до 7. Олень, кстати, ты не опасен? А кто знает? Да засыпаю я. Возможно, мне показалось, что это олень. Кто ты? Кто ты? Кто? Йо-йо-йо-йо-йо, страшно. Ничего себе хитрец. Тут нужен автокликер. Где? Смотрите, жесть. Еще раз выстрелил. Автокликер нужен. Кто где? Уже дверь приоткрыта. А гад поймал. Все, получается, проиграл. Я не досидел до 7. Нужно очень быстро нажимать на пробел. Кстати, может, пробел просто зажимать нужно? Это просто олень, смотрите-ка. Нас пугают. И ни в коем случае по ним не стреляйте, чтобы был шанс пройти игру. Я уверен, что в лесу и так страшно, даже если бы не было зверей. А вы, допустим, один сидите в машине. Но нам еще добавляют страхов всевозможных. Помимо зверей, есть сказочные существа. А, кстати, возможно, этого персонажа нужно устранить заранее, чтобы он даже дверь не приоткрыл. Не давать ему подбежать. 2.43, 2.44. Так. Ах ты хитрец. Ну ладно, дверь он так и не открыл. Все-таки не хочется стрелять по оленям, чтобы патроны не тратить.
2:50. К нам, кстати, никто не подходит и не говорят, что мы сейчас уснем. Олень. 3:00 утра. Нам говорят о том, что мы с вами можем уснуть где-то в 3:40. Получается, Сандра вообще стреляет из дробовика прямо через стекла. Разработчик уж явно постарался, чтобы мы с вами игру с первого раза не прошли, что ему отлично удалось. Ой-ой-ой. Спокойно идет олень. 3:40. Нас сейчас начнет клонить в сон. Прям к нам идет. 3:49, что? 3:50. Нам ничего о сне не говорят. Йо. Раньше шмальнул, ура. Он даже не подошел. Я лень убежал от звука. И 4:00 утра. Да йо. Она говорит, что хочет поспать уже. Два подряд просто прибежала. Но если она заснет с дробовиком, это к добру не приведет. Следующие несколько часов, не будут легкими. Несколько — это как минимум 2. Нажимайте на пробел, когда будете засыпать. Несколько часов. Или 2, или 3. Йо. Где? И сразу. Видите, он уже сразу готов открывать дверь. Осторожно. 4:09. Нас пока еще в сон не клонит. Смотрите-ка. Нам уже чудятся фары. Возможно, это едет как раз-таки буксир издали. Кто бы знал. Возможно, так и есть. Это олень, молодец. Да, это может быть буксир далеко. Смотрим внимательно за деревья. А как? Я так не могу нажимать. Я не могу так нажимать, как они хотят. 4:28. Так еще долго сидеть-то. 2:30, скорее всего. Но буксир уж очень медленно едет. Это олень. Да, точно олень. Не отвлекаемся на оленя. И стреляйте без промахов. Осталось, допустим, 5 патронов. Я ни один раз не должен промахнуться. Буксир, быстрее едь. Это олень, вау. Смотрите, хитрый. Путает нас. Так и он сейчас напасть может. Олени пугают, представляете себе? Буксир едет, 5:00 утра. Я вообще досидел до 5 в предыдущей попытке или нет? Есть, еле как. Ну, кстати, похоже, засыпание рандомное, как и приход этих монстров. Олень. 5:12, давай. Хоть сколько-то просидеть, хоть подольше. Не обязательно сегодня игру пройти. Так, может, он сверху даже может быть? А, сзади хотел проникнуть. Ничего себе. Так у нас столько дверей. Сразу открывают, видите? Нереал какой-то. 5:30. Сразу прям открывают. Так 3 патрона осталось. Больше-то ниоткуда не появится. Хотя, возможно, разрешат перезаряжаться. Либо нам нужно досидеть до 6. Потому что всего 3 патрона. Йоу. Не спать. Да куда ты... Сразу засыпает. Все чаще и чаще. Как будто у нас батарейка заканчивается, смотрите. 5 на честь Фредди, похоже. Для начала разработчик опирался именно на эту игру. Вдохновился, по крайней мере, ей уж точно. Олень. 5:55. Мы как локатор, смотрите, прям по кругу. Нам нужно еще и за деревья смотреть. А он, кстати, мог на олене приехать. 6:00 утра, точно. Ах ты, буксир. Дальше не поехал. Убежал. Да это полный рандом. Еще будет как минимум 3 встречи с этими существами. Свинолюдьми.
Или людьми за окном. Олень. Хитро, да? 6:16 уже. Еще 40 минут осталось просидеть. Так, олень, не пугай. И спокойно уходит. Сначала меня главное напугал. Ничего себе, багажник. 4 двери. Скорее всего, люк могут открыть. Кстати, да, нужно посмотреть. Может, он там вверху уже. Хочет прыгнуть. Как будто бы светает. Шагает в ногу, слышите? Два оленя одновременно идут. Где кто? 6:37. Хитрый. Не спать, не спать, не спать, не спать, не спать. Олень. 15 минут осталось. Аккуратно. Это олень. 12 минут осталось. Скорее всего, до 7 досидеть всего. Так, олень напугает, да, меня? Нет, я не хочу по нему стрелять. Сейчас скажут, что мне уже показалось, и это, оказывается, был не олень. Просыпайся, ты гад. Сколько там? 6:59? 7. Похоже, прошли, вау. Я думаю, что мне теперь легко будет убежать. Так, давай, побежали уже, побежали, побежали. Ничего себе, какая машинка маленькая. Даже вот как. Йоу. К нам подошел тот самый человек. То есть, Сандра убежала. Ты куда сел? Врум-врум, смотрите. Притворяется, что едет. Ничего себе. Ах, ты так и уехал. За нами? А у этого существа машина завелась. Как это? Одна звезда. Получается, здесь могут быть еще секретные концовки. Потому что в каждой игре же есть розовая звезда, которую я получил в Человеке за окном 2 недавно. С вами был Топси. Всем пока.